Только недавно завершилась сессия Народного собрания. Несмотря на ожидания присутствующих, вопрос по временно исполняющему обязанности главы республики в ней не затронули. Возможно, потому что Кремль пока не определился с кандидатом на высший политический пост республики. Зал был полон. Присутствовали как депутаты, так и приглашенные гости. Атмосфера была напряженная до тех пор, пока спикер Народного собрания Хизри Шейх Саидов не объявил, что повестка дня не поменялась. Присутствовал на собрании Рамазан Абдулатипов. Комментируя выступление Анатолия Карибова, глава республики сказал: «Пока я ехал после подачи заявления из Москвы до Махачкала, я понял, если тебе что-то удалось сделать, конечно, тысячи дел еще не сделали. Если тебе что-то удалось сделать, и когда ты читаешь высказывания людей о том, что ты сделал, или даже они хотели, чтобы это было сделано, когда ты получаешь тысячи смс и звонков, даже от тех людей, которые тебя свергали, я начал ловить большего удовлетворения и вдохновения от того, что я ухожу».